Уезжаем от розового парка в Беркли. Можешь вперед проехать, вон и там развернуться, там места много. Дверь открыта у кого-то. Ну-ка. У меня. Нам надо ехать туда. Ну ладно. Вот здесь можешь ю-терн сделать, Ром. Зачем? Ну нам в обратном направлении надо ехать-то. А, ты хочешь проверить? Да, да. Посмотрим, там лыча выросла, созрела, падает. Codornices Road. Дорога. Codornices, и парк называется Codornices. Он справа. Слева розовый сад в виде амфитеатра. Без 15 минут 7 часов вечера. Сегодня 28-й, да, Ром? Да. Сад Росгарден. Сейчас на ближайшем перекрестке налево повернешь. Налево. Да, точно, точно. Напомню, места я здесь когда-то бегал. Вниз бежал налево, там очень живописная дорога такая. Ходить будешь, тетка? Нет, не хочет. Да поехал тогда. На следующем повороте направо. Дымка впереди. На берегу залива, на Беркли Марина. Так. Вот в этом розовом доме я один раз собаку кормил, выгуливал. Хозяйка ее уезжала куда-то. Ух ты, лодка. О. Знакомый дом Майкла. Бугенвилья. Хелен
Хелинский дом. Ты сейчас вот запаркуешься вон тут вон. Сейчас, да? Вон там он. Ладно. Под знаком, под крестом, под этим. Да, да, да. Ага. Там, похоже, бордюр был красный 100 лет назад. Здесь, да? Да.